Плоды этого перца от 2,5 до 4 сантиметров в длину и от 1,5 до 3 сантиметров в диаметре. Созревает этот сорт от темно-зеленого до красного. Стрючки растут вертикально, листья обычные зеленые. Высота куста может достигать от 30 до 70 сантиметров в высоту. Созревает этот сорт за 70-80 дней. Дает очень хороший урожай плодов интересной формы. Вот так выглядит зрелый плод в разрезе. Толщина стенок около 1,5 миллиметра. Очень сладкий, приятный привкус у него. Острота этого перца от 100 до 500 единиц по шкале Сковила. Этот сорт слабо острый. На этом обзор этого сорта я заканчиваю. Заходите на мой канал, смотрите другие сорта острого перца.